Девчонки, всем огромный привет! И в своем новом видеоотзыве хочу поделиться с вами покупкой из интернет-магазина Noemi 24. И сегодня это вот такой вот у нас лак от Nail Urban Beauty Noob. Объем здесь 14 мл и номер 29 оттенок. Как вы видите, этот лак сейчас у меня на моих ноготках. Вот так вот он выглядит. И хочу вам, конечно же, рассказать о плюсах и минусах этого лака. Так, и что касается плюсов. Вот этот лак у меня уже третий день. То есть, как видите, никаких сколов, все очень хорошо держится. Несмотря на то, что это лак, и здесь у меня блесточки, здесь у меня конфетти. Так что все хорошо. Единственный минус... Это, как видите, на вот этом пальчике. Вот лак немножко полосит. Но это, я думаю, что на этот минус можно закрыть глаза. И вот здесь у меня еще отвалилась одна конфетти, как видите. А так все прекрасно, все отлично, очень хорошо носится. Несмотря на то, что я делала какие-то дела по дому, готовила, убирала. То есть все прекрасно и носится. И сейчас давайте же нанесем этот лак на вот нашу типсу, чтобы вы увидели, как он ложится. Так, ну что же. Смотрите, здесь очень удобная кисточка, как и во всех лаках этой фирмы. Так, ну и нанесем. Вот, смотрите, как он красиво лег в первый слой. То есть, даже то, что он полосит, вот, если вы хорошо накрасите ногти, так все нормально будет. Я думаю, что это просто у меня так получилось. Потому что, если честно, спешила. Вот, и давайте же подождем, пока просохнет этот слой, и нанесем второй слой. Итак, наш первый слой подсох, и можно наносить второй слой. Так, ну что же, вот такая красота у нас получилась. Смотрите. Вот такой очень красивый цвет. Небесно-голубой, я бы его так назвала. И мне кажется, что он идеально подойдет всем, особенно весной, когда все расцветает. Очень красивый цвет. Вот еще раз вам покажу. Ой, смотрите. Очень красивый. И с ним, конечно же, удобно делать различные дизайны, как, например, у меня. Ну что же, буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И, конечно же, вам рекомендую этот лак от Nail Urban Beauty в номере 29 в интернет-магазине Naomi 24. Всем приятных покупочек и до скорых встреч!